Сегодня в России простились с певицей, актрисой и телеведущей Юлией Началовой. Ее похоронили на Троекуровском кладбище. В последний путь исполнительницу провожали сотни человек. Среди них близкие, друзья, звезды шоу-бизнеса, спорта и поклонники ее таланта. Было бесконечное уважение, восхищение этой красивой, талантливой, очень доброй девочки, которая жила музыкой. Мы пришли проводить последний путь Юлию Началову, которую мы очень любим и уважаем, и всегда будем ее помнить. Очень светлая личность, конечно, мало спела, вот, вещи хорошие пела, особенно вот про солдата, вот, песни хорошие, действительно, про маму. Ну, запомнились хорошие работы, и потом вообще человека жаль. С Юлей у меня связаны все мои детство и школьные годы. Я сама тоже пою и перепела все ее песни, в том числе и «Учитель». И я соболезную всем близким дочке Верочке, очень жалко. У посетителей было только несколько минут, чтобы проводить певицу в последний путь. В зале находилось много охраны, она следила, чтобы не велась видеосъемка. Это желание родственников певицы. Напомню, Началова ушла из жизни 16 марта в возрасте 38 лет. Официально причиной смерти названа острая сердечная недостаточность, которая стала следствием отека легких.